Доброе утро, ребята! Покажи, что у нас получается. Мы делаем зайчика. У нас вот такой вот... Мама. Какой-то наборчик. А похоже вот это на снеговика на голову. Да. Да, вот так. Угу, молодец. Все, пусть и так теперь приклеивается. Такой заяц получился. Это другой конструктор. Вот такой вот. Что нужно здесь собрать, Сержень? А что ты собираешь? Конструктор. Сам не знаешь? Или ты по схеме все-таки? По схеме, а что, когда-то так? А мы это собрали уже зайца показать? Пап, посмотри, какой заяц. Покажи, как в книжке оживает. Вот книжка под динозавром и приложение на телефон. Он сейчас на кресло пойдет. Так. Смотрите, волшебство. Сейчас появится динозавр. Кто появится? Не знаю. Сейчас заорет и прислушайся. Сейчас. Ариша! Ариша, сейчас кто-то появится. Какой-то хуйник сопадает. Афоня. Вон, дай Аришу посмотреть. Он на пульта залезает, да? Нет, он от самого, от самих батареек. Ну, от пульта, правильно. А, от пульта, ну, а мне от пульта слышится. Значит, другое. Все, салют закончился. Да. Я не успела посмотреть, но был красивый. Ну, так, относительно, да? Ну, да. Так, мы будем завтракать. Афоня выбрал бутербродики с сыром. А я горю. Да, мы тосты сделали со, с маслом, помидорки, сырок тоже. Сержиня нам вяленую уточку. Мам, у меня получился зубчик. Теперь я могу вот так кусать. Да? Ну ты ж вчера же гелем помазал, да? Так, кофе с немолоком. Сейчас будем делать бутербродик с уточкой. Кто-то рахат луком уже прям сюда. Так. Ты хочешь мясо? Нет, это мясо. Утка. Ты такую не любишь? Ну, положи. Я люблю сало, а, ты любишь сало? Ну ты крутой. Такой бутер будет. Ну что тут, любители морковки? Посмотрите, Афонь, дай руку. Афоня. Дай руку. Ты бегай. Антоша, ну что ты его бьешь? Так, а я готовлю супчик. Отварила индейку. Здесь уже картошка варится. И будет с чечевицей. Вот нашла здесь немножко чечевицы. Килограмм вот 85 рублей. Морковка, лук уже ждут. Чеснок, сейчас еще зелень. Антошка, посмотри на меня. Посмотри, расскажи, как это было. Не хочешь? Были сейчас у стоматолога, да? И вырвали зуб Антохи вверху. Он уже должен скоро меняться, уже и шатал. Антоха, ну как ты себя чувствуешь после вырванного зуба? Нормально. Уже лучше? Хорошо, что вырвали? Афось. А, да, нам же подарили клевый пластилин, который прыгает. Афонь, покажи, какой он прыгучий, да? Супер легкий пластилин. Из него теперь можно попрыгунчики делать. Они долетают куда? Самое главное чувство, что они легкие. Из-за этого стекло не разбивают. Ну да. Вот им стекло. Проверить? Не надо. Совпадение? Не надо.
Так, папа нам принес рюкзак, кошелек мой, документы. Сейчас буду собирать в поездку. Завтра мы едем в Аквало. А зачем? Надо же документы взять. Да они он уже приехали. Ты что, не слышал, посигналили? Да! Риш, вот ты опять чудишь. Угу. Идите, встречайте. Смотрели кино про любовь по второй. И кто тут завтра уезжает в Сочи? Я. Поднимите руки. Не надо там приезжать. Не надо. Не вырвали? Да. Что? Что? Зачем ты пугаешь природу, мать? Кого? А, тренажером? Пытаемся уложить мне в сумку. Вот, в общем, вот это еще надо положить, но оно не влазит. Не влазит. Ну, все же мне говорит, сейчас влезет, но оно не влазит, да. На самом деле. Сумка потом не застегнется. Все, застегнет. Уже сверху мы ничего не застегнется положим. Застегнется все. Не застегнется. Здесь-то ты там не все уложил, а там как я буду? Папа сейчас будет все перекладывать. Я все сделала неправильно. Конечно, ты все сделала. Сейчас говорит еще и это. Еще много чего засунули. Да? Угу. Только как я это обратно буду вести, да, за вот это. Так вот и запоминать. Как ты будешь обратно вести. Фен обязательно. Вот это. А что ищи там? Сумка застегнется. Застегивается. Давай я буду держать.